Парад! Равнись! Смирно! Равнение на середину! Зональные соревнования школьной баскетбольной лиги «Казбаскет» состоялись на двух площадках райцентра – в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сокол» и спортзале школы номер один села Ермолаево. В чемпионате приняли участие юные баскетболисты пяти районов Башкортостана – Стерлибашевского, Миякинского, Федоровского, Стерлитамакского и Куюргазинского. Каждый представил по две команды – юношей и девушек, победителей соревнований местного уровня. Куюргазинский район представила команда девушек Ермолаевской школы номер два и юноши из Новотайманска. Массово. Открывающий матч по традиции играла принимающая сторона. Куюргазинские баскетболистки встретились с соперницами из Стерлитамакского района. Уже в первом периоде наши девушки ушли в полный отрыв и завершили игру со счетом 0-16. Преимущество почти в 20 очков в пользу куюргазинской команды сохранилось и на протяжении следующих трех периодов. Итоговый результат первого матча 21-39. Похожая ситуация наблюдалась и в последующих играх куюргазинской команды девушек, которые завершились их безоговорочно победой. Баскетбол учит быть сильным и ни при каких обстоятельствах не сдаваться, говорит ученица 11 класса, капитан команды девушек школы номер 2 Ермолаева Надежда Капустина. К абсолютному триумфу своих землячек юноши из Новотаймасова прибавить победу, к сожалению, не смогли. Хотя тоже сыграли достаточно сильно, обошли три команды из четырех. В результате куюргазинские юноши заняли второе место. Призовые места дают баскетболистам право показать себя в финальном этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги «Казбаскет», который пройдет в Чишмах.